Декорирую корягу, шлифую, чищу, покрываю белым акриловым лаком. Декорирую старые однотонные жалюзи. Декор нанесла обычной кисточкой строительной. Рисую белым акриловым лаком. Ну вот такой нейтральненький, нежненький рисуночек обновленных жалюзи. За 5 минут это все получилось. Сейчас немножко подсохнет, обратно на окно повешу. Мне кажется, очень нежненько, так не назойливо. Делаю венок из девичьего винограда. Привязала шишки нитками. Веночек я еще прила, правда, в том году. А в этом году решила обновить. И обновляю его искусственным снегом.